привет, роднулькины! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами в эфире Шепард, и мы погнали, продолжим эту тематику Dark Pictures. Антология. Человек или мужчина с Медана? Я думаю, что это будет, по крайней мере, интересно. Что-то как-то Шерлок, если честно, мне как-то вообще вчера не зашел, мягко говоря. Может, я еще передумаю, даже не стал пока удалять игру. Но как-то он мне вчера не составил как-то, не заинтриговал, мягко говоря. Так, окей, все должно запуститься. Начать игру. Так, что у нас? Строящие сейчас быстро проверим. Чики-пуки-бамбуняки. Так, управление, тыры-пыры. Тут все как должно быть. Да, русский. Угу. А, общая громкость можно чуть убавить. Секундочку. И, в принципе, поедем. Так, ну, видимо, как-то так, да? Погнали! Так, новая история. Китайский рынок, Южно-Китайское море. Новая ячейка. Загружаемся. И всем хеллоу. Как там это? Рыбалочка жива, здорова? Говорят, вчера в 10:30 только ее включили. Время никому еще не дали. Темный экран, это зашибись. А где? Йоу-йоу. Игрулина. Так можно было? Что за фигня? Вася, привет. Я знаю, что она запустилась до хрена и поздно вечером. Я уже читал. Так, а что происходит? А где игра, простите? Это что за черный экран? Йоу-йоу-йоу! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! А что, так можно было? Не понял. Прям вообще не понял. Что ж такое-то, а? Что ж происходит? Сейчас попробую перезапустить. Но Man of Medan не отвечает. Зашибись. Снять задачу. Не слышно звук вашего компа или что-то другое? Не знаю. Не знаю, это демоны. Демоны летают вокруг. Так, мне очень интересно, что ж такое-то?
игра не отвечает. Продолжить, так мы даже никуда не это самое. Давайте продолжить. О, заработало, ё-моё. Так, Man of Medan. Солдатиков привезли. Какой-то китайский, китайско-вьетнамский рынок. Это, наверное, во время Вьетнамской войны, да? Я так думаю. Ну все, дружище. Давай-ка возвращаться на корабль. Пацаны, под две бутылки пива выпили и еле ходят. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Вы умеете драться? Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Опача. Поехали. Портовый рассказывай, рынок. Что Маньчжурия. Меня ждет. После... это после Второй мировой войны. Во. Какой вопрос ты хочешь задать костям? Расскажи мне о моем сыне. Стану ли я богатым? Стану я богатым? Когда мне повезет по-крупному? Чтобы прямо роскошь и богатство? Так, используй, чтобы выбрать. Что берем? Дракон или бамбук? Бамбук или дракон? Бамбук. Дракон. Мне кажется, бамбук. Взгляни на кости, скажи мне, что ты видишь. Переворачивай, братан. Переворачивай. Ну... Рыба, колбаса, селедка. Ну, все, мы уже посмотрели, что еще? Твоя судьба может, она как таинственный ветер, но такой ветер всегда несет за собой смерть и страдания. Что? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Гони бабки! Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Сможете призвать своего друга? Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открою счет. Сейчас попробую. Ля-ля, оно движется. Ну, прикол. На! На! Все? Вот это и все? Получи! Получи! Ой, а что значит буква Д? Алло! Стоп, а я к этому не был готов. Что значит буква Д, блин?
Что вы вроде сказали, что умеете драться. Ача! Ач! Оп! Оп! Ат! Оп! Ач! Брюс Ли. Ха! Да! Похоже, теперь я мастер карате! Не ожидали? Зачем только трачу время на этого идиота? Эй, Чак, нам на корабль пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. Блин, я не был, я не знал, что тут А и Д кнопки нужны будут. Во второй груди! В трюм номер два! Во второй, майна, Вира, Вира, майна. Так, под замками это грубше. Евгений, привет. Дратуйте. Дрататайте, дрататуйте. Так, это что, гробы или что? Что-то такое? Пацаны ушатанные с двух бутылок пива каждому. Постой! А где мои... Где мои 50 центов? 50 центов? Какие 50 центов? Верни деньги! А вот они подерутся. Нет, тут не приказывай. А, блин. Воспитательный процесс. Вот мое медицинское заключение. Эти парни надрались по черному, вы пьяный. Потому и бузят. Этого можно тащить сразу в лазарет. Второго волоките в карцер. Пусть там посидит. Нормально дядька разобрался. Цепи порвало, а, или нет, нет, не порвало, но молния ударила. Зеленая какая-то фигня, блин. Токсические какие-то эти. Йо-йо, а там мужики, блин, рядом, и они сейчас оживут 100%, блин. Четверо юных, блин, зомби. Ну, вроде бы в челюсть дал, что у него пингал под глазом. Все, лазарет. Так, вот что-то я руление. Ладно, я понял, этими кнопками. И открывай, блин, дверь. Вау! Что за хрень? Прикольно. Неожиданно. Похоже, пацанчик, ты мочканул доктора. Но у нас теперь есть ключ. И шо? Шо, все? Больше тут нечего ловить.
Так, а стоп, ну что-то как-то вроде что-то не хватает. Вроде бы все, да, больше тут доктор. Так, с этой стороны есть что-нибудь еще? Ничего не пропускаем. Это, видимо, фото от доктора. Но нам тоже, по-моему, уже ни хрена не дает. А ложь птичку на место. Так, у нас есть ключ. Мы 100% можем открыть дверь. Так, а ты тут бегать умеешь или нет? Что-то? Ты только ползёшь. Привет, Чарли. Как отдыхаешь? Я так и думал, что... Да выпустите меня отсюда. А, и этот тоже живой, да? Что там творится? Их, походу, вроде не берет нихрена, потому что они с перебоя. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Нажми, чтобы попасть в такт пульсу. А, господи. Вообще другое управление получается. А, этот самый, который их ушатал. Точнее сказать, одного из них. Чувака, который тебя ушатал. Кто это? О, ребенок. Что это было? Серьезно? Ребенок? Стой, там что-то есть. Я подожди, а что тут? Эй, блин, иди сюда. И туда. Close the door, называется. Короче, сюда пробежал, но дверь закрыта. Ладно, мы понятливые. Не тупые. Эй, Чарли, сюда! Эй, Чарли! Ё-моё, давай открывай. Ёп, он налётчик. Не говори. Какое-то безумие.
Да, в такое надо, конечно, вечерочком играть, да? Господи, еще покойник. Такое 100% кому-то повезло. Утром не очень. Да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. Перехалывал чего-то. Жрать надо меньше. Так, а стоп, мы сюда, по-моему, ушли. Или куда? Нет. Нет. Стоп, подожди. Один тип. Второй тип. Чего он не бегает? Так, этого мы видели. А, вот это, да. Точно. Быстрее. Слушай, хочу спросить, ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Ха, ты похож на ходячую развалину, Чак. Йо! Блин, эй, за меня Чак. Даже днем, блин, видишь, там дергает. Нет. Ты в порядке? Чарли, иди сюда. Автомат бери. Шара. Сюда. Только не это. Чарли! Вали мелкого! Вали, засранца! Неплохо. Красота! Ух ты, йоу! Прикольно. Прикольно, ничего так ничего. Ля, и ушел паразит мелкий. СОС, помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? Ваши координаты, повторяю, сообщите ваши координаты. А, ну давай же! Давай же, черт возьми! Что за хрень?
Короче, корабль-призрак, я так понимаю, да? Корабель-призрак. Ничего так начало, мне нравится. Won't you spare me over till another year? Опа, дядька. Солидненько. Привет! Киваю головой, аналогично. Здорово. Не, ну начало такое классное, конечно. И предыстория, и вот это сейчас вообще классно сделано. А, ты даже группу эту знаешь? Не, я не настолько специалист, но неплохо. Так, три свечечки у нас. Приветствую. Видите, то есть три персонажа, по идее. В моем хранилище. Я хранитель. Хранитель историй. История о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Так, ну а теперь непосредственно сама игра, я так понимаю. Это был пролог.
яхточка, пивандрик, блин, все как положено. Бля, яхта большая. Брэд, брат Алекса. Остроумие, невинность. Пивко. Duke of Milan. Брат Брэда, молодой человек Джулии, неуверенность. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Не, ну яхта у них, конечно, еще так. Я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? Ну, лошара, блин. Мне надо было работать. Бида. Смущение давать. Как-то... Чего? Неловко было учиться одному. А ждать, что я тебя буду везде за ручку водить, нормально? Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они... Ну, это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Так, меня плохо... Не, ну, меня пригласили. Что? Взял меня? Серьезно? Меня же пригласили. Джулия пригласила тебя? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Будь крутым. Сечешь? Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. Извини, что сорвался, просто... Учеба в меди — сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Так, сопереживание всего 2 недели. Ладно, давайте... Да, понимаю. Тяжело тебе. Все нормально. А? Ха, да. Кто бы сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Эй! Слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну... Это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Так, подумай еще эмоционально, доверься чутью. Слушай, сердце. Любишь? Вперед! Изменен. Ёп. Привет! Джулька, сестра Конрада, девушка Алекса. Волнение без рассудства. Брат Джулии, Конрад, опрометчивость. Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как, Конрад? Берегись, сестрёнка. Чё, как, чё, почём? Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. Это, кстати, Брэд, братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Ха. Прошло слишком много секунд, ковбой. Девушки не любят, когда... Так, у меня... Да, круто. Так, конечно, да, круто. Да. Круто? Супер. Я люблю пиво. Сейчас открыть не можешь. Ты, Брэд, птица высокого помета. Помета. Полета. Помета. Не занудствуй. Помета, блин, все правильно. Раньше уже погружался? Так. Ну, вообще-то, говорить, если ты не погружался, ну, такое... Вообще нет. Сегодня я впервые нырнул. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Обещаю. Я буду нежным. О, это еще... Кого? Приперло. И где капитан этого корыта? Ух ты! Капитан Duke of Milan. У тебя какая... Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу...
Так их тут уже 5 человек, блин. Все на борту и готовы отправляться в море? Ничего так. Если ты предлагаешь... Вау! Круто. Класс. И я бы так хотел. Санёчек, привет. Ну чё, командор, сколько их на тот свет отправишь? Ну пока у нас есть 5. Не держи Саня, себя. Саня, привет. Блин, утром не получилось ты запуститься, у меня свет выключили, да. Блин. Что у меня... Пожалуйста. Вчера 2 раза свет выключали, вечером на стриме, еще да. Вечером. Но вчера по-быстрому, сегодня 1 час с лишним сидел без света, блин. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере Саня, ничего не окажется. Саня, плов буду делать. Я раньше не слышала про рек, который вы со ищете. Свининкой. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Так. Бред так был. Бред все рассчитал. Бред все рассчитал. Если он говорит, что Рек там, он там. Нет, ну решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Вы только полюбуйтесь. А, не самолеты ищут, я понял. Выходит, Брэд все правильно рассчитал. Я в нем и не сомневался. Он молодец, здорово помог. Флис, мы нашли самолет! Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Нельзя нырять, какая разница? Давайте, какая разница? Слушай, просто скажем потом, что ныряли и нашли его. Рис, это самый шаренный. Полагается? Мы чё, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Селёдку ладно, пощупай. Только давайте быстро. И нам так не жить. А у меня вчера уха была. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Спилингаса. Я буду первой, представляете? А у нас вчера было ухо. Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат. Ему, небось, уже тошнит, блин. Так, стоп, 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 что-то было, блин. Это похоже на вход. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Не шел он видеть ни хрена. А, он, да, есть. Так, походу он по второму кругу пошел, да? Окей. Так, 29. Тыры-пыры, трали-бали, дождь на следующий день обещают. А нахрена он его выключил? Нет, не умею. Не надо его трогать, ладно? Включи, блин, телек, ёпта, блин. Ты лошара, блин. Бля, взял, выключил. Нормальный такой тип. Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Извини, что так вышло. Да.
Ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Погружался на пару реков. Нырял в паре реков. Не эксперт, но опыт имеется. Если это твой первый незарегистрированный рек, имей в виду, что нужно следовать определенному протоколу. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Так, все понял. Сколько? Ладно, я все понял. Сколько? Ой, зря я, наверное, что сказал. Сколько? Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты закрыла на это глаза? Ты... Да при чем тут деньги? Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Блин, зря я погорячился, наверное. Ладно. Филистибуа 83-го Шатынг. Указан, что имеет право проводить занятия по погружению. Разрешение, тыры-пыры, дорогие. Ого, дядя Сережа, я не понял. А ты ж уже в Москве должен что-то быть. Что-то тут не то. А что тут не то? Сереженька, Сережулечка, а ты где? А ты так и не сказала, куда ты вот летишь отдыхать, а? Вот что ты за человек такой? Тебе что, лень даже похвастаться перед нами? Привет. Привет, малыш. Привет. Привет. Эй, и тебе. Мы столько крутого на камеру. Только ночь, так а сейчас ты где? Ой, вот а вы со Снежкой вместе, я видимо, да? Полетели. Снеж, а куда вы летите отдыхать? Вы вот вместе прям пришли. Я вот думаю, что это не совпадение, блин. Снежка, куда вы летите отдыхать? Вот вместе пришли, но вот как так? Я не верю просто. Я домой только пришла. Ой, вот блин, врут и не краснеют даже. Совпадение. Так и он только пришел, и ты сразу же здесь. В общем, это ребризер. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Итак, кислород проверила. Эй, полегче, торопыга, сперва кислород проверь. Спасибо за помощь. Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флейс. Веди себя хорошо. Ножичек. Капитан, вам здоровья. Так, а что взять? Дубинка или... А вот эта херня, я не знаю, что это такое. Камера, что ли? Давайте камеру. Ты с камерой? Я за главного. Давай сначала сфоткаемся. Все, детишки, можно нырять. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. Я думаю, взять все-таки. Курс изменен. Палка у меня. Да, я это вижу. Ха-ха. Пользовалась такой? Против акулы? Нет. Да, у них прям такие эти маски такие, чё, козырные. Дядь Серёж, у тебя такая же будет маска? Эй, всё норм? Более-менее. Опа-на, чпакула! Жалко, что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолёт? Эй, Сувенир, Витя, привет. Это круто.
Из-за одной вещи. Да, игрофильм. Ну тоже Dark антология. Только первая часть. Вряд ли Рэг проверяют каждый день. Вон. Силуэт. Это он. Блин, ребят, я жалю, где это. Ну, блин, светит на экране. Получше. У меня для снорлинга будет, и с акулами тоже плать будут. Ты чё не колешься, куда ты летишь? А он гораздо больше, чем я думал. Ты чё не колешься, а? Чёрт. А что такое снорлинг? Это же охренеть какая находка. Давай поплаваем, поищем вход. Ну, капитан, как насчет ПМТ со Старпломом? Подождите, их же пятеро. Двое тут, двое тут. А где еще один? Нет. Пылкий Юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива. Мне нужна трезвая голова. Мне пока что надо следить за твоими друзьями. Вот именно. Пошел нафиг, кобель. Красивый у тебя корабль. А деньги откуда? Долгая история. Это долгая история. Все сложно, сразу и не объяснишь. Да и я парень непростой. Давай. Ну, я несколько раз ходила в банк и подписала там кучу бумаг с большими цифрами. Так, ты взяла кредит. А ты умнее, чем кажешься. Если захочешь, может, моя семья вложится в твой бизнес. Не надо. Я создала свое дело с нуля. Взяла кредит на яхту, и другой помощи мне не надо. Спасибо. Отшивай. Знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Отшила. Погода ясная. А завтра? Надо приглядывать за облаками. Ой, пригляди, ой, облака белокрылые лошадки. О-оу, становится довольно людно. Кто-то плывет. Привет, маленькая метка. Какими ветрами тебя принесло? Так, ладно, тут больше ловить нечего. Привет, маленькая метка. Какими ветрами? Так, ну ладно, что ты тут хочешь сделать? А нахрена тебе в море твое удостоверение? А, то есть оно у нее фальшивое, вы поняли? Она боится, что это полиция. Все понятно, у нее нет ни лицензии. Шерлок, да, всю ночь не спал, проходил, блин. Охрененная игра. Не знаю, я сегодня думал утром, и что-то как-то мне... Я ее не удалял еще, но... Как ты тут? Пока мучаюсь из-за пива. Чувствую себя лучше. Желания проходить нету. Полегче с выпивкой. Вы же Нет. На будущее, полегче с выпивкой. В открытом море пить опасно, так и до беды недалеко. Принято. Надеюсь, Серега, ты слышал? В открытом море пить опасно, так и беды недалеко. Надеюсь, я не знаю, что делать. Что ты знаешь? Что знаешь об этих обломках? Только слухи и теории. Я решил проверить, есть ли тут что-то на самом деле. Как ты его нашел? Как ты нашел этот рэк? Все искали там, куда летел самолет. А я спросил себя, а откуда он вылетел? Не, Серег, он признался, что слаб. У меня возникли догадки, основанные на гипотетическом обратном маршруте. И они оказались верными.
Ну-ну. Надеюсь, так, они проявят уважение, значит, от рассказов есть польза. Неужели по рассказам о Второй мировой можно находить места для дайвинга? Да. Когда они начали погружаться на реки, я понял, что могу быть им полезен. Я много знал о маршрутах самолетов, путях снабжения. Я соотношу факты. Алекс и Джулия погружались 100 раз, но ты понимаешь, находить самолеты круче. Пора на палубу. Увидимся. Так. Пора на палубу, увидимся. Что тут такое? Опача. Сортир, наверное. Что-то мне так кажется. Алло, девка это. Девушка, точнее сказать, это сортир. Что это? Опа-на, я их тут держу? Во время, блин, вы видели что? Стрелять кто-то будет во время, когда это. Ню-ню, ню-ню. Так, а тут, ну это не сортир, блин, это вообще какая-то каморка, блин. А где туалет, простите? Все в порядке? Да. Да она ж уже у него спрашивала. Туалет надо, ё-моё. Куда пошла? Там что-то было, блин. Блин, иди куда надо, блин. Ну-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню. Ой. Ну простите, Галюн, блин. Я из-за тебя не успел бы посмотреть, что она там. А что это за бумажка, блин? Так, уважаемый мисс Дебен, настоящий момент, что вы не выполняете обязательства по внесению регулярных платежей по вашему личному. Остаток кредита составляет 24 косаря. В них должны быть внесены данный платеж просрочен, стоит даты. Так, короче, она должница. У нее яхту могут забрать. Все, это понятно. Дайверы, 5 косарей, туры, 2400, рыбалка Эдди, 500, продать ноут, 600, всего за месяц 8500. Короче, блин, маловато, ей бабки нужны. Придется ей себя продать этому, блин. Эй, Флис, смотри, там лодка. Чем нужно? Это не береговая охрана. Рыбацкая лодка, похоже, напряжение. Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? Молчи, я разберусь. Нам ничего делать не надо. Я капитан, и я разберусь без тебя. Все ясно? I'm Capman. Внизу драйверы, блин. Лучше сделайте крюк, у нас внизу дайверы. И что это было? Что это за типы, блин, были? Не заметил справа перевод. Чуть не от знания английского шепарда. Нам повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Так они специально врезались, блин, ёпта, блин. Ай, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Вижу, походу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Зря ты так. Зря ты так. Шепард знает английский в совершенстве. На то он и Шепард. Минус один. Что такое? В чем проблема, блин? Чего сразу минус один? Где? Кто? Что? Что не так, блин? Не надо муму, блин, ё-моё. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад? Правда? Правда. Задняя турель. Ха. Молодец, Конни.
Турель, мы пролезем здесь. Минус один. Надо верить в меня. Я уже опытный дайвер. Блядь! А, черт! Эй, осторожно. Тут опасно. О, как вы сливые, а? Пропустишь даму? Блин, я ж тут не... Я забыл, что тут не мыши, блин, а это. Так, надо не забывать. АДС. АДС. Блин, тут акула, она порезалась. Минутку, это я плохо. Офигеть, это Алекс, плохо. Мы это сделали. Это очень мечта плохо, была. Блин. Ну все, не будем тратить время. Вперед, к открытиям. Сейчас акула она приманит 100%. Блин, ёперный театр. Блин, АСД, ну всего, блин, Джулия, что, неужели стой. Это тяжело так забыть? Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Может, это и правда опасно. Черт, я туда полезу. АСД, блин, ну не путай этой кнопки, пожалуйста. Маленький, твою, блин. Бля, да я почти успел. Блин, да я не успеваю по этим кнопкам клацать. Да что такое, блин? Блин, W еще высветилось. А, W, D, S. Это ж можно, блин, запутаться нахрен. Если совершишь ошибку, это конец. У нас всего один шанс. Капец, я вообще не... А, W, D, S, блин. Фу. Да, прости, ты был прав. Это было опасно. Ё-моё, блин. W, D, блин, всего 4 кнопки, как же их. Слишком быстро появляется, слишком быстро исчезает, блин. Пуля. Следы пуль? А пуля летит. Пуля, застрявшая в обшивке сбитого B-29. Самолет упал в океан. По всему фюзеляжу. Брэд обалдеет, когда это увидит. Все как обычно. Да, блин, я не привык. Там на мыши хоть было, блин, удобнее. А тут на кнопках, блин. Еще и 4 кнопки, ё-моё. Дядя Сережа, ты в Москве? Но ты вообще не хочешь маршрут говорить. Чё ты такой, блин, вредный, блин? Ты уже в Москве? Посмотри. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Одной шлюпки не хватает. Кто? Вот в ходе выполнения задания. Кто уплыл? Посмотрим, что еще тут осталось. А, так ты еще дома, ты в Москву только вылетаешь. Так ты сказал, что ты уже ночью будешь на месте. Ты что, прикалываюсь или что? Ты в Москву только вылетаешь 23:00. Это в 9 по моему времени. А когда ты будешь на месте? А когда ты нам расскажешь, куда ты летишь? А когда мы начнем тебе завидовать черной завистью? А? Когда, когда, когда? Так ты на работе, наверное, сегодня, да? Работаешь? Как не в себя? О боже! Трупичок.
Ах, мальчик, красавчик. Он что-то держит. Это медальон. Ого. Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец. Что случилось? Упали в воду, блин. Что сразу? Он что-то держит. Что сразу, что случилось? Нихера не могу понять. Сбили, упали. Вот прям беда, блин. Что-то тут случилось. А что, вообще болеет, что ли? А, ты слышал? Давай проверим. Красавчики. Блин, как пальцы так приучить? WWDSASDWW, блин. Ёп! Мурена, блин. Океан стал мокрее. Не самый плохой исход. Не только мокрее, а еще и коричневее, я бы сказал, бы стал океан. Пилот и второй пилот. И наверное. Кресло у меня тоже немножко изменилось. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Что за херня? Надо отсюда выбираться. Срочно! Алекс. Темнопёрая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Постой. Ладно. Думал, это подходящий момент. Но не был в этом до конца уверен. Но и откладывать не хочу. Ух ты. Всё-таки. О. Под водой так и не поймёшь, но я на коленях. Ага. Джулия. Выйдешь за меня? Романтик. Ты мне разве... Прикалываешься? Что? Ну, типа тут скрытая камера под водой. Все, выходите уже, вас раскрыли. Джулия, я серьезно. Алекс, вау. Прямо сказка какая-то. С каким концом? Да, да, конечно, я за тебя выйду. Просто так, привет. Ну что, прекрасный принц, может, настала пора выбираться из этой жуткой ловушки? А там пираты. Лиз, говорит Джулия, мы поднимаемся, ждите. Эй, куда там другая лодка? Они до этого прям не видели. Стой, Джулия, плановая декомпрессия. Ух ты, Чёрт! Что за хрень, нам надо подниматься! Стой, плановая декомпрессия. Чёрт, ну ладно, без неё нельзя. А что там, минус, блин, все? Чему акулычки? Сейчас, подожди, планинга поднимаю. Слишком не уверен, слишком долго. Господи, как же это долго, просто пытка! Чаем акула укусит всё. Всё, можно, давай, давай! Так, а что это было? А что взорвалось? Эй, что там у вас творится? Что здесь такое? Ничего такого. Всё уже нормально. А это не это. Мясо пожарили. О, пустяк. Твой младший братец просто решил взорвать мой гриль. Конрад, ты просто неисправим. Что это за лодка? А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите. Что-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. Господи, хватит! Вы можете все на секунду заткнуться?
Охренеть! Ну, братан, поздравляю! Это круто! Сейчас будем праздновать. Так. Музычка печальная. Знакомитесь с нашими искателями приключений. Алекс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. И Джулия – любовь всей жизни Алекса. А он ее любовь. А Конрад – храбрый парень, не так ли? Или, может быть, самоуверенный? А вот и капитан Флейс. Сильная, решительная, упрямая. Похоже, на нее не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Будьте уверены, вы помогли им принять решение, которое их еще порадует? Прекрасно. Звучит как-то не очень обнадеживающе. А где тут вся... И вот. Вот вся эта байда. Секреты. Джулия. Картины. Кессонная болезнь. Джулия дождалась декомпрессии перед всплытием. Мы, значит, только что чуть тут все не погибли. Предложение. Бред посоветовали слушать собственное чутье. Алекс взял пауэрхед в погружение. Все больше. Ну, не то чтобы прям погибли. А этот болван? Болван? Этот болван достает не знаю откуда кольцо. Кстати, где хоть ты его прятал? Ну, не при дамах же. Можете себе представить, в каком я была отпаде? Ну че, стильно, братишка. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот. Ты скоро будешь миссис Смит, как ощущения? По-честному, я как-то не думала, но звучит и в самом деле неплохо. Значит, Алекс, все запланируем, привет, и спасибо. Обсудим свадьбу. Спланируем вместе, папа может оплатить счет. Планируем вот вместе. Теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. Без удачного клёва из стрима. Я так боялся, что ты откажешь. Стрима. Так все правильно там. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Я очень рад. Ты сказала «да», и я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. А она сказала «да». Ой, я люблю тебя, ля-ля-ля, та-ра-та, ля-та-та, па-па-па. Куда все делись? У нас же такой повод для праздника. Я их найду. Отдыхай пока. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Что тут искать? Тут вариантов просто немерено, блин, чтобы искать. Же... Ну, волшебные врата. Чего разошелся? Уймись, надоел. Так, все, хватит с меня. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу.
Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Утик. Ну, как ощущения после помолвки? Гора с плеч, честно. Я столько об этом думал. А зачем под водой-то? Хотел, чтобы запомнилось. И запомнилось бы здорово. Служба воздушно-спасательных операций. Сделать предложение на дне океана очень романтично. Ты так быстро решила остепениться. Горжусь тобой. Что бы я делал без такого брата? Это в каком смысле? Ты сказал слушать сердце? Не настолько я сентиментален. Я про мединститут говорю. Все, что ли? Все равно хороший совет. Ну, завтра-то ныряем. По мне... Так, что, опять кто-то плывет к ним? Ё-моё. Не бойся. Я ведь тоже... А нахрена ты выключил я... это, блин? Пойду найду Джулию. Эй, там уж мясо скоро будет. Нашла Джулия. Паша? Извини, я отвлеклась. Ничего, найдем его. Есть, идем. Иди сюда, красотка. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Этот самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватал. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Так, извини. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно. Может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Ха. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки. Не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я лошары, блин. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история, случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира, луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Так, все мысли об этом. Только об одном и думает. А она говорит: я живу здесь, на маяке.
Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал. Вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю как есть, только факты. Двух человек порубили на кусочки топором. Жуть какая. Жуть какая. Ладно, и кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там сидит в шкафу. Муж, значит, предостережение всем будущим женам? Эй, не отмажешься. Ты попалась. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу, открывает, и так и есть. Внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. Отдай мое сердце! Ужас какой! Вот это поворот! Круто! Лихо закрутил. Меня ты напугал. Здорово. Да, кровище ты не пожалел. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Алкаш. Это стандартный протокол морского надзорного органа, подраздел 1099. Ага. Где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Пей пиво, ешь роки. Пей пиво, ешь роки. Так, ну, где начало всех начал-то? Ты кто-то к ним плывёт, что ли? Те типы вернулись, да? Ох ты, ё! Ну это типы с лодки, как раз три человека. Пальцы вспотели, блин. Жду момента нажать кнопку. Так, снять ленту у этого. Говорить. Да не, ну всех снять тогда. Oh.
А зубками теперь это руки, чтобы развязать, не? Джулия, ты как? Нормально. Эй! Эй! Пусти! Хватит! Куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Ну, молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Алекс, что они с нами сделают? И думать не хочу. Надо выбираться. Вот мы влипли. Так, развязать. Народ. Освободиться. Срочно. Давай. Черт. Не вышло. Давай. На, сука. Я с тобой потом разберусь. Никто не знает, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьмо кусок. Слышь, отвали. Так, что тебе надо? Чего надо, уроды? Слышь, ты чего? Остынь! Люк, но не надо так. Потом с ним разберемся. Это 20 века, ага. Да я так и думал, что этим все и будет. Теперь веди себя хорошо, малыш. Ладно. Ладно. Ничего, что руки были сзади у нее, блин. Не всем руки сзади связали. Господи, Конрад! Нет, пустите! Алекс! Эй, руки убери! Сволочи! Дон, хлебал, закрой. Они ее бить не будут. Флис не тронут. Я даже не обратил внимания, что руки развязаны. А Флис, я смотрю, с ними прямо спелась. Брэда видел? Нет, не видел. Надеюсь, он живой. Давай. Повернись. Так, Серегу в плен возьмут, пойдешь вот опять. Конечно, Санек, и тебя с собой. Руки не показывай. Главное, чтобы он нам билеты оплатил. Попробуем на них напрыгнуть. Туда. Так, идут. И обратно.
Что за хрень? Эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Ничего нового. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег. Алекс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Джулия. Кач. Ничего, ничего. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Шо-шо, выкушу. Шторм приближается. Шторм в 8 милях. У них был катер, может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Ну, кто-то может пробраться на катер. Дать СОС. Если отвлечете их, я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно и на катер. А вы пока отвлеките их. Конрад, ты смотри в оба и двигай на катер. Ладно, пошли. Нож, конечно. Бля, не успел. Да я ж успел, надо было вынажать. Ты полудурок. Конрад! Веди их вниз. Держи. Стреляй, если надо. Блин, надо было сбегать. Садись. Вон там. Ты сюда. Сядь. Живо. Да. Так я надо было, вы успел. На, я не успел. Оно очень быстро. Кстати, сволочь, это моя яхта. Эй! Фермля. Отметили, я тебя врежу как следует. Видите, как по-французски я умею, а? Ё-моё. Как можно кнопки, блин? Сядь, я на тебя посмотрю, как можно не нажимать доли секунды. Сюда! Мне расскажешь, как можно не нажимать, блин. И не путать их еще. И кто из вас мне расскажет про это маньчжурское золото? Маньчжурское золото. Золото Маньчжурии. Так, ребят, я секундочку сейчас звякну.
Серега, чемодан собрал, а только домой с работы говорю, ща под пивко рюкзачок заберу. Серега, а что ты так ты сам летишь с женой? Ты ничего не рассказываешь нам. Это несерьезно по отношению к друзьям, блин. Может, ты с нами летишь, откуда я знаю? Может, ты нам сейчас в последний момент скажешь: пацаны, Олег, Саня, собирайте рюкзаки, ёпта, я ж с вами лечу, блин. Вообще какой-то ты странный. Так, только я им сказал, буду сами чемоданы свои таскать. Короче, не рассказываешь, ну хрен с тобой. Я тебе тыщу... Да ничего ты мне не говорил, ты ни разу не сказал, куда ты собрался отдыхать. Ни хера ты не говорил, блин. Вот уже, блин, что ты из меня делаешь, склеротика, блин. Ты не сказал, сколько я тебя спрашиваю, куда ты летишь. Ты мне там про акул рассказываешь, про всякую херню. Что это где-то посредине, блин, земного шара, там, все что угодно. Склероз у тебя, дядь Сереж. Орешки кушай. Говорил, ничего ты не говорил. Ты просрал наш шанс. Мы не отбили яхту из-за тебя. Да. На Мальдивы? Простите, можно я гляну, где это? Где находятся Мальдивы? Индийский океан. Около Шри-Ланки, блин. Дядь Сереж, мы тебя отсюда, Саня, не сможем забрать. Это далеко, блин. Так что, если что-то, если у тебя там какие-то траблы будут на Мальдивах... Рассчитывай только на себя. Это очень далеко. Не, это, бля, это... Это пипец как далеко. И какая это средина земного шара, блин? Это, тебя как-то... А, это рядом с экватором. А, это экватор? Не, подождите, это экватор или что это происходит? Так нет, вроде бы. Или это реально рядом с экватором? Ля ты, блин, ёп... Я тут фоточки уже сразу открыл, блин. Тут, видимо, отель, куда ты летишь. Короче, все. Ты нам с Саней больше не товарищ. Летит без нас на Мальдивы, Санечек. Ты понял, блин? Капец, котеночку. Я в курсе. Так! Заткнулись живо! Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Они в сговоре. Ты с ума сошел? Как тебе в голову эта хрень пришла? Как ты только смеешь, мажор Чернов. Вы все заодно. Это ловушка, и ты нас подставила. Эй, мудила! Рот закрой. Бля, я опять не туда нажал. Да твою мать, я не успеваю эти кнопки, блин. Тихо, все вы. Ты за мной. Я вообще не успеваю здесь на эти кнопки нажимать. Узнай, сколько пробиться шторм. Но только давай без глупостей. А то сильно. Блин, то А, то дабл В, то С. С вообще ни разу так не нажимали, блин. Бред какой-то. Я вообще не успеваю. Дюков, Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти.
Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода. Нет, все окей. Зашибись просто. Легкий дождик мы выдержим. Спасибо за информацию. Через пару дней выпьем на берегу. Бля, я опять не туда. Да на что ты будешь делать, а? Ну как она работает, а? Хорошо, когда люди помогают. Согласна? Правда? Я вообще не могу нажать, Серега. Тут 4 кнопки и хер, блин, успеваешь. У меня уже пальцы все мокрые, блин. Я сижу, и оно так выскакивает вообще неожиданно, блин. Оно выскакивает, вот этот звук. Пик, и я с перепугу, где палец стоит, там и нажимаю, блин. Вообще жизнь какая-то. Там хоть было на мыши левая, правая, блин. А тут я вообще, блин, я вообще не попадаю, блин, я не пойму. У меня пальцы стоят на кнопках, оно пик, и я просто клад сразу, машинально, блин. А что это было? Сейчас мышь даже не наводилась. Вперед! Давай. Зажимать? Да не гони, нажать просто нужно. Что ты мне рассказываешь? Зажимать еще. Нажать надо. Ты чё? Так, не сбивай меня с толку. Хорошо, ты о других заботишься. Нечего сказать. Так держать, Флис. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. А где действительно очкарик, блин? Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Успехов. Про Брэда молчим. Вот не хами. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово, он же может там погибнуть. Брэд взрослый, не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Это этот военный корабль, вот он. Пока никто не умер. Да я не сомневаюсь. Все могло сложиться совсем иначе. Подожди, ты двигатель продал? Я кто-то не продал, не рассказываю сказки. Ходи. По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Хочу. Отлично. Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец, акт 2, сцена 7. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все
совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. Шо, я из-за тебя пропустил, Шон Лида. Я отвлекся и начал читать, что ты написал, блин. La porte! La porte! Vite, la porte! Дверь, дверь, скорее, дверь. Не то, не то золото, что блестит, что-то мудрость говорит, блин. Димах, привет. Здорово. Junior. Сними крышку трамблера. Ты специально меня вот это вот отвлекаешь. Эти кнопки долбаные, блин. Что вас штырит? Чего он такого не говорил? Ну, братан, во-первых, это не РР4, да? Хорошая и шуточка. Но я не в одну РР4 играю. Лис, привет. Черт. Куда мы попали? Господи. РР4 будет вечером. Нет уж, спасибо. Какой большой корабль. Что такое? Да тут в напряжении, блин, надо каждую секунду держать, иначе пропустишь, блин, нажатие на кнопку и капец котеночку какому-нибудь. А здесь тут больше никого нет. Еще в Шерлока играет. Я вчера как-то Шерлок не пошел. Тут сижу, даже булки не могу разгладить, блин, расслабить. Потому что доля секунды и все, и ты не успел, и кто-то умрет, блин. Говорит, напряженный, конечно, напряженный. Тем более, что я не попадаю по кнопкам. Что было, он выкинул? Нихера не понял. Нахрена он выкинул? Весь этот корабль — плавучая могила. Весь этот корабль — плавучая могила. Шевелись! Пошел ты, блин. Шевели, блин. Ты видишь, я тут запутался. Не понял, а шо, как, куда, чё? Шо у неё упало, нихера не видел. Твою мать, блин. Ёп! Блин, хорошо, что сейчас не ночь, честно. Уже бы, блин, пипец просто был. Ну пошли, блин, ёп. Бля, да ну нахрена ж такое ж, а? Ну кто? Миллиарда, блин. Ахахахахах. Слышишь ты? Ахаха. И вообще мы с тобой с Саньком не дружим. С Мальдивы не взял. Ты к нам хоть с Мальдив зайдешь, ты мне хоть пару фоточек с Мальдив кинешь, блин. Хоть это, чтоб я вообще обзавидовался и вообще с тобой не разговаривал. С бара какого-нибудь, с гаитянками. В этом. С лепестками вот этих, как их, господи, цветов этих. Так вот. О, дядь Сереж, господи. Что будет делать? Вперед! Да, блин, иду я вперед, идиот, блин. Ты, блин. Вернись!
стоит. Я нихера не могу понять. Чё, твою мать, да я кручу кнопки, блин, не хочу я к тебе. А, вот сюда. Я не подписывалась на этот ужас. Что-то тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шевелятся. Семаков Mask of Madness. Ну, кто там по-английски шпрыгает хорошо? Да, пили уже, мы даже завидовать тебе не будем. Да! Мы отдохнем просто от тебя! Вот, 100%. Да пили, мы даже завидовать тебе не будем. Просто будем балдеть саньком, без тебя отдыхать будем. Нервную систему будем восстанавливать. Так, что тут? Где тут? Кто тут? Почему бы нам отсюда не свалить? Не хочу я на этот корабль. Не хочу даже знать, что мы там найдем. Заткнись, идем дальше. Опа, тут что-то есть. Миллер. Че нам это? Зор! Твою мать, ты что так резко-то на меня гавкаешь-то, блин, а? Скотина, блин, ты. Черноафриканская, блин. Чего этим козлам от нас надо? А, черт. Кто завидует мне пилить двое суток еще? А так, подожди, а что завидовать? Мне пилить двое суток и еще. Еще ПРЦ-тест нужно. А! Вас тоже можно это. Без этого с тестом, я понял. И надеюсь, они у всех ровные. Так подожди. Ладно, не хочу вдаваться в подробности. Я хотел кое-что спросить, но не буду. Вы все прям сдали эти ПРЦ, а чё, ты ж... Ксения ж Юрьевна переболела. Или уже время прошло. Ладно, это не моё кошачье дело. Да все будет нормально, дядь Сереж. Не писай в компот заранее, блин. Тебе еще на Мальдивах надо нажраться. Да все будет окей, не нервничай. Так, шо тут, где тут? У тебя так, кроме алкоголя, вообще ничего в крови нет. Так что ты это? О, черт! Бля, крыса. Там мы идем. Куда они нас вообще? Они сами ж не знают этот корабль. Здесь дверь. Ладно. Вы все, марш в каюту. Да их надо было запереть где-нибудь в каюте и все, и самим спокойно смотреть корабль. Нахер они их с собой таскают, блин. Мало ли они сейчас тут бунт поднимут, блин. Во, давно бы так надо было сделать. Эй, тут совсем темно. Дай фонарик. Сейчас в глаз тебе даст, и будет тебе фонарик. Может, дать им что-нибудь? Ой, какие добрые пиратики. Спасибо. Какие добрые пиратики. Серега б никогда б нам бы не дал бы саньком. Ничего бы не дал. Бля, у этой курицы зажигалка есть. Черт возьми, что это за место? Черт побери. Покинутый корабль. Эти новые люди испугались. Согласно нашим наблюдениям, это какой-то корабль. И он заброшен, поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль. Да ты прям гений. Книгу потом напишешь. Александр, привет. Чё-то на сомалийских смахивает. Серега, у тебя будет возможность с ними
познакомиться поближе, да, там, в принципе, и до Сомали. Нет, там до Сомали от Мальдив далеко, конечно. Жаль, видимо, ты не познакомишься с ними поближе. А было бы прикольно, блин, если бы тебя сомалийские пираты взяли бы это в плен, блин. Поиздевались бы над тобой чуть-чуть. Поугнетали бы тебя немножечко. Понаказывали. Желательно не морально, а физически. Ой, блин, я прям размечтался, я прям перед глазами все это вижу. Но жаль, далеко, далеко от Мальдив до Сомали, блин. Пипец у тебя шутейки. Да чё ты не сыть? Ты видел расстояние до Сомали от Мальдив, блин? Там никакой пират до тебя не... Да о, всё уже. Иди памперс поменяй. Тоже у меня герой, блин. На Мальдивы он собрался. Там до Сомали, как до Киева, блин. Буквой Зю, блин, идти с Мариуполя. Ля, ты какой-то, ты таким не был. Ля, какой-то суеверный стал. Дядь Серёж, это точно ты? Может, кто-то за тебя это в твой аккаунт вошел? Ля, ты такой не был, ты что-то меня прям пугаешь. Может, ну его, лучше это, с котами дома, блин, котов возьми, обними, блин, и сиди в кресле, да нормально все будет. Кошки-то с тобой, кошки-то тебя защитят. Может, ну его нахрен это все? Нельзя просто сидеть. Нужен план. А, Саня, это первый раз он трезвый в жизни, и вот это сыт кипятком, блин. А ну да, в принципе, он же сейчас явно это... Ему за тестом ехать и так далее, и тому подобное. Боже, ребят, давайте запомним эту дату. Дату и время. 13:54 по киевскому времени, 18 ноября, четверг, 2021 год. Сергей Олегович трезвый и боится всего. Пивище пью. Да нет. Как Райкин, блин. Да я бы сидел. Ой, тебя насильно, тебя... Бедненький дядя Сережа, бедненький, господи, как мне тебя жалко стало. Бедняжка. Его буквально, блин, насильно, на силу я его волю, блин, его тащат на Мальдивы. Серега, как я тебя сочувствую? На Колыму проще гораздо, блин, и приятнее, чем на Мальдивы. Серега, блин. Я тебе сочувствую. Мы с Саньком тебе сочувствуем. Конечно, Мальдивы это ж мрак, это ж не Колыма, ё-моё. Бедненький ты, как тебя туда судьба злодейка вот эта? Сейчас доберет до тети Фри и все пройдет. Весь мозг выковыривали. Ой, бедняжечка, господи, как же ж тебя пожалеть, я даже не знаю. Тёмки-бомки, что ли, обнимашки тебе, платочком помахайте, блин. Мы с Саньком, хочешь, мы тебе платочком помашем. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Так, здесь опасно. Ага, это ржавое корыто в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. Надо вернуться и найти Брэда. Что с ним? Без понятия. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. Ну, заменить. А мы можем, типа, заменить ее? Крышку трамблера так не заменишь. Эти сволочи наверняка хорошо знали, что делали. Пока они ищут маньчжурское золото или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я... Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Окей. Окей.
А, так что вы в Москве целый день еще будете тусоваться? У вас самолет только вечером? Так, а что ты тогда... А, ну если... А что, нельзя было как-то вылететь так, чтобы не тусить в Москве целый день еще? Ты как? Радуюсь жизни, Конрад. Пока еще могу. Знать бы, какой у рыбаков план. Бедняжечка. Так, наверное, ищут золото. А эти болваны, наверное, хотят разбогатеть. Ищут маньчжурское золото. Которого, может, и нет. Что, если они его не найдут? Флис, ну хоть раз, побудь оптимисткой. Я же не пытаюсь всех постоянно обламывать. Ну, наверное, оборот, нельзя бы. Я делаю так, так на оленях бы выехал. И... Попробуй. Юрту упаковал бы со своей юртой прямо на оленях, блин. И прямо на Мальдивы. Лучше бы тайком сбежать. Но я не знаю как. Так, здесь мы ничего сделать не сможем. Будем дальше осматриваться и искать выход. Ладно, да, до скорого. До скорого. Куда ты собрался? Тут прям выходов целая туча, блин, до скорого. Что это нацарапано? Почему это сорвали со стены? Так это когти, наверное, какие-то, блин. Как думаешь, что это за корабль? Да нахрена на машине, блин. Херячить, блин, херная скука. Еще и у вас там уже снег. Так, привет, куклы, подключил мне еще 3 месяца в обыске, сразу отправил прямиком в твои объятия. 3 месяца я был с ребятами на увольнении, на берег выпил там немножко, но ты не волнуйся, думаю, только тебе, если понимаешь, о чем, как там работа. Надеюсь, твой босс тебя не донимает, знаешь, что ты можешь о себе позаботиться, но все равно жаль, что я так далеко и не могу тебя защитить. Пока я стою в короле в трюмах, только девушки размышляю, внизу темно и страшно. Мои парни видели, как кто-то бродит, но ты всегда в моем сердце и бережешь меня. Скоро приеду, найду работу механиком, и тогда мы сможем пожениться и завести 2 детей. Мы будем счастливы вместе вечно. Очень тебя люблю. Твой Сергей Олегович. Серега, а как ты на этом корабле очутился? Ни хера не пойму. Твой Сергей Олегович. Очень. Ачечи. 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 Так, а чё он их... А он их повернуть не хочет никак. Может, там что-то есть? Не, а ни хера нету. Ну, хоть читать научишься. Лучше бы ты дерзить бы разучился. Честно. Чем я читать, лучше бы ты дерзить бы разучился. Сергей Олегович. Вот это была бы тема, блин. А так... Смотрите, сейчас бах, а там дырка. И тащи, тащи, мать его, так. О, а тут это. Снимается. Ну вот, все, можно выйти. Эй, я тут кое-что нашел. Так, шо, господа, будем заканчивать. Игруха прикольная. Предлагаю ее пройти это. Сука. Предлагаю ее так, такие вещи надо, конечно, чтобы в темноте проходить. Там и так, то дырка была, через дырку они не пролезли бы, а то прям решетка съемная. Сергей Олегович. Почему вот эти вот, ну, блин, когти и когти? У нас остается, мы только к двери еще не подходили. Выключи свет, ты что, прикалываешься? Посмотри. Да нихера, блин. А шо иди посмотри. Чё в двери? Ну вот сейчас возьмет и постучит лошара, блин. И спалится. А, вот тут что-то есть. Подождите. Что случилось? Это шо за херня? Поверни её хоть. Жестокое убийство. 42 археологи пропали. Чего?
В Ираке 24 британских регулы пропали без героев. В горах Загрос, в спицах. Так, ладно. Так, а стоп, а Чичи, блин, он там, может, тоже... Подожди, надо вот этому типу, наверное, помочь. Ну как? Не могу открыть. Эй, сюда. У нас уже почти темно. Ну, у нас тоже сейчас в 16 уже темнеет. Сейчас у нас уже еще солнышко светит довольно сильно. Попробуем ее вскрыть и вылезти. Стоп, 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 мы не знаем, куда ведет эта шахта. А, вот заодно бы и выяснили. Мне выбить решетку? Ну, конечно, альфа-самец. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Да, ладно. Конрад, за дело. Подпереть, ну, отвлечь. Он сказал отвлечь. Джон и Сильвер, хреновы, чем вы там занимаетесь? Разрази меня гром, уродовые подноногие! Да, вы, я сейчас подшибаю с ваших тысяч пиратских попугаев и сварю из них разноцветный суп! Предупреждаю, я гражданин Америки! Хотите, чтобы мой президент явился вас арестовывать? Он ведь придет за каждым! Эй, слышишь меня, сучок? С тобой говорю! Алло! Скорее. А теперь надо было бы дверь подпереть, блин. Идиот, блин. Подвинуть, конечно же. О. А! Испарились шайтанамана! Шайтанамана! Здесь уютненько. Сейлор Йоу. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Где пятый? Он что, до сих пор на яхте сидит? Так, ребят, ну уже начало третьего у меня. Короче, мне еще надо плов приготовить, похавать, блин. Поэтому игруха, ну реально классная, мне нравится. Ее надо будет продолжить как-нибудь вечерочком. Шо у нас сегодня четверг? Сегодня вечером по-любому рыбалочка будет. Завтра у нас рыбалочка вечером. О, мы завтра ее с 4 до 6 как раз темнеет, и мы в нее, наверное, поиграем еще. А в субботу, если что, закончим ее. Прошлую игру мы в 3 захода прошли. Во, вот такие планы. Все, роднульгины, дядя Сережа, ну в это, ты через 3 часа еще будешь дома. Я думаю, мы еще с тобой сегодня увидимся. Ну и завтра в Москве увидимся, и потом на Мальдивах увидимся, и в Duty Free мы с тобой увидимся. Мы с тобой еще по-любому увидимся. Так, классная игра, не жалею. Вчерашний этот Шерлок, если честно, мне что-то как-то вообще не алло. От души не прощаюсь, увидимся в рыбалочке. До вечера. Спасибо за все, за внимание.